Всем привет, меня зовут Анатолий Белоученко, это моя партнерша Юлия Тульцева. Вот закончился старт, третий этап Сочи. Мы очень рады были здесь выступить, заняли почетное третье место. В целом было очень интересно, мы были очень рады здесь побывать. Мы очень рады, что у нас мы показали свои новые программы, точнее одну свою программу произвольную. Помогал нам ее ставить Сергей Мозгов, за что ему огромное спасибо. Мы очень счастливы, что показали неплохо себя. Могли, конечно, лучше в разы. Ну, как говорится, нет предела совершенству. И следующий старт у вас где планируется, ребята? Не знаете еще? Да, пока что мы не думали об этом. Задача была пока что проехать только этот старт. Хорошо. А дальше мы еще не думали. Программу ставил Сергей Мозгов произвольно. Да. А ритм танец у вас остался с прошлого сезона? Да. Его ставили Светлана Евгеньевна и Манькова Ксения Ивановна. Что можете сказать о тренерах, о своих? Потому что всегда побеждают спортсмены, это здорово, а тренеры как бы остаются за кадром. Ну, у нас золотые тренеры, все трое. Они с нами очень много работали, спасибо им огромное за это. У нас очень много вложено, как бы... И нервов, и сил. Да. Пытаемся как бы показать их работу и свою. Ребят, ну удачи вам и успехов. Спасибо.